Вот сегодня 28 июня 2013 года, а мы выехали 29-го. Завтра утром будет месяц, как мы выехали из Барнаула, Благовестия, в другие страны. Прошли 7 стран, я посчитал так, дальнего зарубежья, начиная Польшу, Германию, Венгрию и далее. Ну и ближнего, это Украина, Белоруссия, Молдова, Молдавия. Вот. И кроме того, мы должны посетить 100 городов и районных центров в самой России, юг России. Мы только что вчера вернулись с Крыма, прошли Крымский полуостров. Очень успешно было, как люди принимали, везде оставляя полный комплект. Учитывая с переездом со всем, я так посмотрел, приблизительно неполная цена. Вот трехтомник Нового Завета, вот три книги, вот эти вот. Это по сегодняшним деньгам 75 евро, чтобы понятно было. И то это не полная цена. А полная это 750, это примерно. 38 книг, но уже в последнее время раздавал 36. Уже стихов и симфонии на жития святых нету. А сейчас посмотрел, симфония на иконических кончилась. То есть уже 35 будет книг. Но остальные пока все книги здесь. Главное это Новый Завет к истинному православию. Для Слова Божия не тут. Это вот показал, какие книги. Вот. Ну и для открытым оком пока что все есть. Ну вот-вот, первый, второй, третий, четвертый могут кончиться. Но не здесь, дома. Назначено, как по срокам, у нас идет точно по графику. Чрезвычайно напряженная вот эта обстановка, когда приезжаешь в город и ищешь. Нам главное нужна библиотека, притом центральная. Никого мы не знаем. Навигатор работает не совсем положительно. Спрашивать почему-то не спрашивает. Другой конец города, бывает через мост, куда-то уедем. Уедем одни домишки. Теперь спрашивать начинаю. Меня это не удовлетворяет. Почему не спрашивать? Притом всегда это так. И в прошлом году было. Притом все. За малым-малым исключением, может быть, Севастьян только с Андреем, те спрашивали. При въезде в город не спрашивает, обязательно спрашивает. Когда уже проехали библиотеку, трудно разворачиваться. Ну, ладно, Николай Кручин умеет разворачиваться. Теперь уже спрашиваем нормально. Это как заговоренность какая-то. Притом почти всегда так. В том ли направлении или нет, трудно ли спросить. Иногда спрашивают. Но я должен следить за обстановкой-то. Нам вовремя приехать в другой город. Опоздали мы где-то, прокрутились не там. Всего на 5 минут библиотека закрыта. А мы ехали туда, допустим, 100 километров с лишним, 200. Теперь что делать? Нужно выехать из города, не знаем как. Ищем, кто бы нам подсказал, как из города выехать, как было в Софии, Болгария. Наконец нашелся добрый человек. Я не знаю, там во время, когда перед красным светом он что-то долго не отвечал, потом езжайте за мной, и вывел. И мы там где-то у Макдональда в закутке, там далеко-далеко, где машина заезжает, там поставили, даже сготовить успели. Вот такая вот, ну, могло быть получше в этой обстановке что-то. Я как раз хотел сегодня вот поговорить с дорогим мне братом, один из самых близких людей у меня, всегда так я считал, Виктор Николаевич Савченко. Вот. Я не включаю даже, я просто поверну в данном случае маленько.